Ребят, всем привет. В общем, привет. Сегодня наконец-то выбрался на Москварику с Володей. Сегодня еще с ребятами будем рыбачить здесь. В укромном месте. В укромном, да. И сегодня попутно еще потестирую тот китайский фидер, на который в прошлый раз не получилось ничего поймать. Будем сегодня его облавливать. Посмотрим. Посмотрим, что получится. Место довольно рыбное, так что надеюсь, что-нибудь допоймаем. Должны Ладно? Поймать. Начинаем, приступаем к нашей рыбалке. Всем ни хвоста, ни чешуи. Так, вот он этот китайский фидер, который в прошлый раз я на него пытался поймать рыбу, но не получилось. Сегодня, значит, на новом месте будем снова его проверять на прочность. Посмотрим, как он рыбу ловит. Не, ну на карпе-то хорошо, знаешь. Ладно, сейчас раскладываемся, сейчас прикормлю точечку и начнем рыбалку. Без поклевки сел, представляешь? Вот первая рыбка сегодня. Вот такая вот у нас москварика. Бассейн даже лежит. Немного про чистоту наших водоемов. Володя что-то тащит. Так, иди отсюда.
Ой. Хороший. Такой. Ой. Ну ты и... Володя решил немножко прибрать мусор. Сейчас будет сжигать. Ты говоришь? Говорю, мусор будешь сжигать, молодец. Ну а что, сколько здесь? Говно всякое. Вот, буквально прошли немножко, пару метров. Володя набрал мусор пластик. Сейчас будем сжигать. Ну, вы видели, какое состояние реки, да? Столько грязи. Володь, а я туда прошелся за угол, ты бы видел, что там творится, это вообще. Там вот эти, которые на полях, которые выращивают. Православные? Да, православные, весь берег. Такими кульками с пакетами, вот этим пленкой. Да ужас, блядь. Просто вообще. Понятно. Ух ты! Нам сейчас разожжем. Нужна береста. Еще чего? Березы не видно? Нет, не растут. Что, ты полил шучем? Нет? Мокрое. Плюнул. Вот это хорошо, например. Сейчас будет говорить. Да, Паш, не трогай ничего. Сейчас мы сюда подставим, оно все загорит. Еще как. Масло. Поляк. Во, разгорел. О! Зальется что-нибудь. Димон, иди грейся. Снимаешь что? Да. Можно рыбку закоптить? Да. Вот сразу человека все почувствовал. Ну. Тепло. Зарядка кончается? Нет. Ну, жесть. На фидер. Да, в общем, на фидер у нас не клевало, мы его переделали на хищный фидер. И вот такая щучка небольшая попалась у Ивана. Ну что, красота? Будем фоткаться? Да. Ну что, друзья, на такой вот интересной ноте поимки щуки мы закругляемся. Стартуем домой. Сегодня особо не получилось много поймать на фидер. Ну, пару густерочек все-таки клюнуло. Ну и щучка попалась на хищный фидер, на маленькую густерочку в виде живца. Ну все, на этом прощаюсь. Подписывайтесь на канал. Всем пока.